Так, отлично. В общем, всем привет. Продолжаю играть в Игривол. В общем, у меня не так много времени, поэтому нужно постараться все это дело как можно быстрее пройти. Надеюсь, конечно, я успею. Так. Привет, вирус. В общем, я, когда играл вчера, забыл сохраниться после того, как я себе нафармил жизни, поэтому придется потратить лишние минут 5 и пройти еще раз второй уровень. Благо, это все очень быстро делается. Все-таки, конечно, зря я вчера не успел. Кладбище. Просто чтобы мне на следующий уровень идти с полными банками. Банки, здесь кто не знает, это одновременно и энергия, и жизнь. Ладно, это все весело, но ставим нормальное оружие. Так, сейчас, секундочку, я этот скайп себя вырублю. Тут уже меньше жрал, ты за него забыл совсем. Так, ну вроде, я думаю, музыка должна быть слышно нормально, если вчера еще ничего не менял, поэтому может, да. Так, ну короче, стоим. Сколько у меня банок? По-моему, сколько их? 7 штук, по-моему. Ну, 8, считать плюс мою нулевую, типа. Получается, мне нужно еще одну банку где-то найти. Ну, где-то, скорее всего, после прохождения уровня мне ее дадут. И что-то еще. В принципе, как уже говорил, я проходил ее... Ну, не проходил, я прохожу ее на 100%, я ничего не пропускал, поэтому у меня сейчас хорошее оружие, хорошее, не знаю, все, что полагается. Поэтому я не думаю, что у меня какие-то проблемы возникнут. Только раньше, что босс какой-то оказывается жесткий. Блин, я по кругу побежал. Так. И давай-ка нам еще раз. Стика, конечно, было бы лучше, если бы они все пополняли, то как ты уровень проходишь после любого уровня. Потому что, естественно, видите, перепройти первый уровень не составляет вообще никакого труда, абсолютно. Только лишние несколько, не знаю, минут отнимается у игрока, как по мне. Так, ладно, ну все, короче, мы прошли этот уровень. Кстати, вирус, а как там на ютубе, идет или не идет? Что если не идет, я могу перезапустить. Идет, ну прекрасно. Так. Давай, двигайся. Так, сейчас сохранимся. Я и уровни. Еще, как не знаю точно, но, по-моему, вроде как 4 еще уровня осталось. Так, давайте, куры, выходите отсюда. И вы две тоже. Так, ну я знаю, что кнопка под тем большим кучей зерна, который там в самом конце, поэтому эти нет смысла убирать, пускай сразу те их жрать.
Что вы все время лезете назад? Тут жрать нечего. Вот, вот, вот верно. Давайте, давайте, давайте. Битрейтом? Да я и битрейтом и раньше уже разобрался. Просто у меня иногда не вытягивает тот битрейт, на котором я обычно посылаю его, и нет. Так. Я понял. Покуда они полностью не сожрут, это нельзя нажать. Ну давайте, давайте жить тогда. О, все. А, нам в смысле не нажать, а отжать нам. А что ты нам скажешь? Или это торговец? Welcome to Castle Peregrine. In the time of King Peregrine, this magnificent edifice was the seat of power and home to the royal household. Now it is home only to ghosts and да, и Логан, привет. Так. Чё? А ну-ка. Да, блин, сейчас, чтобы не бегать. Если он сюда можно запрыгнуть? Сюда нельзя, значит, только сюда. А, я уже вижу там слева красную руну. Это по-любому нужно будет взять. Так. Есть контакт. Блин, ну когда огорожено бортиками, бегать одно удовольствие. Ты упасть не можешь. Вот когда без бортиков, там нужно аккуратно ходить. Ой, блин. Капец, так. Так, иди. Ну, меч этот, конечно, у меня просто цинусный. Вообще, валит всех. Круче, чем тот, даже тот меч, который которого отымается. Так, сколько уже 16%, хорошо. Привет, Мартирус. А, это релиз от такой группы, которая называется консольщики. Я на торренте качал. Они когда игры выкладывают, они их обычно тестят, чтобы они были проходимые. Просто говорят, что в обычном медивале он, короче, непроходим обычно рецензированный. Там зависает в каком-то моменте. А у них, короче, версия исправленная. Я уж не знаю, что они там исправляли, понятия не имею. Но у них исправлено. Так, ладно, не знаю, куда мне... Кстати, что за кнопка? Давайте нажмем. Ну, не знаю, давайте сюда пойдем. А, или я отсюда... Нет. Ага. Закрыть масляные отверстия. Отлично. С маной это к Урфину обращайтесь. Покуда Урфин не пройдет третью ману, или вторую, кто как хочет. Ну, третью по счету, короче, вторую на Супер Нинтендо, я не буду продолжать. Потому что... А сам я в нее не могу играть, потому что она на английском. А там много текста и вообще много всего. Поэтому ману. Но в принципе Урфин вроде адвоката-то прошел. Поэтому вполне возможно, что он начнет ману играть. Если, конечно, не передумает. Вроде как он собирался ее играть после того, как закончит адвоката и Лейтона. Кладбище нельзя было собрать, собственно, была человеческая душа потеряна. Не знаю, честно скажу. Я пока везде, где только можно, я кубки посылал. Так, в смысле, я посылал, собирал. Да блин, опять взял, не хотел его брать. Да, у меня ж и так все на максимум было. Короче, везде, где только можно, я кубки собирал, поэтому у меня все собрано. А человеческая душа. А, вон, кстати, потеряна. Ну, тут было место, где нельзя было убивать этих людей в деревне. Там, если убиваешь человека, который, типа, зомбированный, то тебе пишут, что человеческая душа потеряна. Но я прошел деревню, ни одного человека не убил. Что это у нас? Щит. Ну, фига нам серебряный щит, если у нас есть золотой. Так. Я им, хотя, все равно не пользуюсь, но золотой же круче серебряного. А еще круче это платиновый. Привет, 64. Sir Daniel Fortescue, it's been a long time. Welcome back to your home.
Не знаю, нет, может, кто-то играл в детстве за эту игру, кого-то она зависала как раз в тех местах. The jewel in Galomir's crown has become a corrupt haven for Zarak's army of shadow demons. На этом уровне написали про душу. Что-то я тут не... А, ну то, наверное, просто они и написали про этих, про людей, которых те эти демоны убили. Фиг, о, стоп, это не брать. Что-то тут много так лечилок понакидали, на самом деле. Что-то это все подозрительно, мне это не нравится. Хотя у меня и так жизни и вагоны. И, наверное, если бы у меня не было жизни и вагона, мне бы это все пригодилось. Так. Так, ладно, стоп. Ну просто мне писали про потерю душ, когда я там терял души в этом... Ну, в деревне, а здесь не знаю, что она означает. Так, уже 50%. Отлично. Так, ну здесь я знаю, что делать, чтобы меня огонь вообще не трогал. Это тоже без проблем, вот так вот. Вот он меня вообще не дамажит. А тут нет выбора сложности. Мне так легко играется, потому что я все-все собирал, короче. У меня нет ни одного этого пропуска, у меня все золотые чаши собраны, поэтому мне дали вот этот меч, который очень сильно дамажит. Если бы без этого играть, то было бы нелегко. И чаш у меня много, потому что я тоже, ну, защищал все уровни. Там, когда уровни защищаешься, тебе дают кубок, а за кубок дают какую-то плюшку. Поэтому мне легко так играется, потому что у меня все собрано. А не потому, что я там за легкий выставил. Да-да, я упал. Примеры вот этот обычный меч, короче, меч и молот легко получить, ну, в принципе, но вот этот меч, то нужно уже много кубков собрать, точнее, потом я сейчас бегаю, меч, как там называется. Так, вот один выход. А он очень сильный. Ну, а это исправленная версия, это вот релиз от этих, от консольщиков, они версии все исправляют, поэтому у них все проходится, все полагается. Так, а ну-ка, вот, мне кажется, в это окно можно сигануть, нет? На самом деле, это не такая уж и дичь, как по мне. В принципе, вполне себе такая нормальная игрушка. Так, что-то я сейчас я не понял, куда мне идти нужно. Ой, блин! Ладно. Жизни у меня еще полно. Так, стоп, это я на начало вижу. Я, может, я сюда рано побежал? Там вначале еще была какая-то вещь, ладно, сейчас побегу. Тут обычно уровни линейные, просто идешь и чего делаешь. Но здесь, видимо, они решили запихнуть какую-нибудь такую. А, кстати, вон, пушки, точно. Может, мне надо сквозь пушки было пройти? А нет, сквозь лес, что... Там, по-моему, запрыгнуть как-то можно. Вот, сюда вот. Сюда нужна руна земли, то есть. Так, ладно, сюда рано. Сюда тоже рано. Это вообще начало.
Назаром, это не я проходил, Натилюш проходил. Я не знаю, но, наверное, прошел. У нас обычно все игры проходят. А, вот он, кстати, кубок. Хорошо, что я... Но сюда я... мне пока еще нет 100%, поэтому сюда рано идти. Так, ладно, кубок я нашел, это самое главное. Перевещу. Блин, ну вот эта камера еще, которую... Кстати, за камеру еще в то время, когда она выходила, критиковали. Так, ладно, мне нужна одна руна, которая там слева в собачью. И, короче, и, ну, завалить 100%, чтобы мне дали. Надо сказать, не 100%, тут вообще врагов получается больше, чем 100%. Тут всегда с запасом дают. В принципе, это хорошо. Это нам не надо. Lost World. Я не знаю. Мне нужно картинку. Я по названиям игры малких запоминаю. Так, видимо, я что-то здесь не сделал все-таки. Да, вот что-то здесь. Блин, ну тут я как-то ж вниз упал. Что-то я не пойму. Или я что-то не то делаю. Да нет, ничего не нашел. Короны нет пока. Книжки, нужны книжки. Сейчас гляну, что написано. Ну вон, про корону пишет, но я не знаю, где ее искать. Открылся, типа, проходит. Кстати, может, стены можно разбить? Так, туда сменим оружие. Вот, кстати, корона. Так, нет, это путь, откуда я пришел, это я помню. Так. Сейчас попробуем корону применить. Так. Можно вот тут вот встать. Или сидящим на самом троне. Найдите его. Ну, корону я нашел. Вот, я нашел его корону, а что он не вызывается-то? Resident Evil 2 или Динокризис? Не знаю насчет Динокризиса. Мне хотелось бы несколько сторон пойти, а первый что-то мне ближе к трону подойти. Так я вроде и так близко к трону стою. Так что ли стать? Вообще в трон залезть. А вот насчет... А, да, вот вызвалось, точно нужно было вообще в трон залезть. Winner Fortescue, noblest of my courtiers, bravest of my captains. Oh, that we should meet at such a dark hour, with the fate of this realm lying once again in your hands. Good. God, Fortescue,
What's happened to your jaw? Bad luck, old man. Now look, Zarok's army of shadow demons hide beneath us within this very mountain. They prepare, as we speak, to invade fair Garomir. If we are to thwart his plans, we must bring down the castle on top of them. We must unleash the lava behind the floodgates. I can take you to the gate's control lever, but you alone can pull it. Of course, it's a highly dangerous mission, even for a dead man. I dare say that when that fiend sees what you've done, he'll make sure you spend eternity in the most unspeakable torment. But then, I know these things mean nothing to a man of your iron will. Eh, Fortescue? Splendid. Good luck, old friend. Так, я руну вижу, отлично. Кстати, по поводу резидента, я вообще на самом деле хочу пройти резидента, но... Ага, открылся проход. Lava has been released, said Anne, and the castle is collapsing. You will not have long to defeat the stone golem to escape the extreme inferno. Так, наверное, к молотком нужно брать, бить. А, я понял, их нужно не бить. Их скинуть нужно. Костюм дракона использовать. Да. Но я понял, что их скинуть, короче, нужно. Один есть. Отлично. Блин, а подстава в том, что я-то не могу отсюда просто так выйти. И что, блин, я не могу просто так выйти, мне нужно еще что-то обидеть ее. Да блин. Отлично, теперь получается только умирать. А где мне искать этих, вот этих, которых мне убить нужно? Мне же нужно чашу взять. Их нет, этих врагов. А я не могу отсюда уйти, покуда чашу не возьму. Что за подставной уровень? Это ж фигня какая-то получается. Где враги? Ну капец, блин. И что это за уровень тогда? Блин, думал, я успею пройти к 8 часам. Хрен тут успеешь к 8 часам пройти, если такие тут дела творятся. А, то есть меня даже прям сюда кидает. Ну, это, конечно, вам спасибо. Мне, наверное, все равно придется заново переначинать, потому что это фигня, блин. Мне нужно, чтобы у меня было 100%, и чашу я должен взять, короче. Ну, а врагов-то мне не хватает на 100%. А, возле чаши тоже есть враги. Да я вроде бегал ту область, там не было. Ладно, сейчас посмотрим. Да блин.
Она ж... Да уберись буквы, твою мать, не нужно зайти поменять себе оружие. Нафиг, вот блин, жопа, короче, когда буквы идут, я не могу зайти себе поменяться. Время в этот момент идет, короче, нафига мне ваши эти подсказки, которые я и так знаю. Ладно, давайте, умирайте, блин, бутылок потратил. Получается, мне еще на одну попытку, если сейчас проиграю, то все. Давай, падай. Ну давай, крутой, молодец. Так вот, по поводу Резидента, короче. Я хочу пройти Resident Evil 0, короче, и Resident Evil ремейк первой части. Об остальных я как-то не думал. Так, все, эти готовы. Все-таки на аналоге тяжело бегать. Еще тяжело, потому что я камеру не могу развернуть. Мне нужно боком отсюда выходить. Вот это вот еще больше мне будет. Так, ладно. Я опять ни хрена не вижу, куда я бегу. Вот что это? Не ту сторону пошел. Почему я не могу камеру нормально вот так вот повернуть? Один. А я уже за. Блин, а я уже забыл на самом деле, где находится это. Где в чаше это находится, как к нее оттуда быстро пробежать. Короче, я вообще не думал, что мне просто к ней быстро бежать, к этой чаше. Короче, я сейчас этот уровень, походу, сливаю и. А, вот. Вот чаша, да. Ну и что, есть враги возле чаши, но их только 95%, а еще пятерых не хватает, все равно 5% нет. И толку там не от этого, блин, не хватает все равно 1%. Точнее, не одного, целых 5% не хватает. Да, это бред, короче, я с нулем не пройду, короче, пошел я сразу помирать. Мне нужно ресет делать. Ну блин, ну что это за... А что, прям тебя эта демка так тебя прям сильно интересует? То есть, понимаете, короче, просто уровень пройти, проблема не составляет никакого труда. Но мне нужно собрать на 100%. А вы сами видели, что даже если пойти туда с чашей, где-то еще не хватает одного. И хуже всего, блин, что я не понимаю, где его не хватает. Видимо, где-то пропустил. Ну все, я к 8 теперь точно не успею. Ну, блин. Тут просто не было таких подлючих уровней. Обычно давали всегда собирать спокойно. А здесь, блин, на тебе вот это время вставили. Ну, конечно, да, я уже потерял, получается, сколько? Полчаса, как раз, которых мне и не хватит. Может, нужно было как-то спасти почему-то этих людей, которые там тусовались, типа потерянные души, чтобы успеть. Ну давайте, курица, идите жрите быстрее, то, что мне нужно. Туда вот жрите. И ты, курица, тоже там. Да, блин! Ну еда здесь есть! Хрена вы здесь трете, серьезно, я спрашиваю. Вот там пшено ваше, на, иди жри, короче, и ты тоже. Не надо вот это есть, это плохое зерно. Вот хорошее вот там вот. Во-во, давайте. Да, туда, молодец. И вы тоже. Тебя сейчас зарубаю, давай иди отсюда. Так, ладно, там... Отлично. А, точно, тут же нужно по этим прыгать. Нет, слева там, справа там ничего нету. Да, я вижу, эти люди горят, наверное, можно успеть их спасти. Да блин!
интересно, а можно ли как-то все это провернуть очень быстро? Ну, блин, ну это тут тоже тяжело сделать, потому что от курицы зависит. И дает ли мне это что-то? Так, ладно. А, это я ворот открываю просто, понятно. Так, теперь нужно убивать летающего. Плохо, что тут иногда враги появляются рандомно. И иногда это все... Ну, скажем так, их не то количество, которое должно быть. Так, еще один есть. Короче, тут нужно все будет обойти по два раза, а то и по три раза, чтобы я точно убедился, что я никого не пропустил. А, кстати, а может он вот прям сейчас появится, если я к кубку подойду? Даже если как бы время еще не пошло, я на этом сэкономлю тогда время. Давайте посмотрим. Нет, врага сейчас нет. Значит, нужно помнить, что как минимум 5% мне дадут за того, который здесь, возле кубка. Но он появится позже. Ладно. Буду иметь в виду. Если я умру, люди, я никак не смогу чашу взять. То есть тут обязательно еще людей спасти. А то, блин. Ну я понял, ладно, тогда плюс. Ну блин, ну тогда это тупо сделано, блин. Ну этих курей гнать, они же... Они то бегут туда, то не бегут туда. И нужно каждый раз их гнать, конечно, на это место. Конечно, это получится рано или поздно, ну... Ладно. Ну ладно, раз уже сам подрядился проходить, короче. На 100% сбор, то надо, короче, спасать. Может, конечно, и не дали как раз из-за того, что у меня человек умер, таких 5% не было. Лего, а ты уверен точно, что в этом уровне точно нужно людей всех спасти? Вот. Я знаю, что нельзя в деревне никого убивать, короче, но в этом... Так, давай, 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 быстрее. Давайте, куры, 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 на выход, на выход. Да ну блин, ну вот как их гнать, короче, ну вот они бегают, они ж не бегают. Вот они сидят в углу, вот что вы с угла не выходите, мать вашу, выходите с угла, вот я хочу, чтобы вы жрать пошли, короче. Вот опять я время теряю, пока вот эти горят. Вот. Как их согнать, короче, этих курей сюда, вот, чтобы они не шли именно вот к этому зерну? Не жрите, оно плохое вот это. Давайте туда. Ёшкин. Так, ладно, короче, там вроде достаточно. То есть я еще новых подгоню, эти, может эти испугаться. Да они не от оружия не боятся, они бегают сами по себе от меня. Душа потеряна, а как мне ее не потерять, эту человеческую душу, я не понял. Или не хотят, что мне... А, я понял. То есть мало, короче, нужно, конечно, еще вот этих всех замочить, короче, только потом их освобождать, что ли, из этого костра. Блин. Уверяю тебя, Фир, что этот, вот этот меч черный, который у меня, он мощнее любого лука. Видимо, тут все не так просто. Я думал, нужно просто добежать, короче, нажать кнопку, и на этом все. Тут еще перед тем, как нажимать кнопку... А, костер можно потушить с помощью молота. О, блин, этого я не знал, спасибо. Так, хорошо тогда. Thank you.
курицы на выход на... Не-не-не, курицы не сюда, здесь плохой закут, там хорошая, да? Молодцы. Только вы дождите, да? Во, идите. И вы тоже. Во, жрите теперь, во. Все, не остальных вообще не буду трогать, там и так целая толпа. Бро, у меня же меч просто да, крутой, короче, он очень мощный. То если бы у меня был обычный меч, то можно было бы использовать волшебник. Тоже мощный. Но этот меч сильнее. Так. Так, говоришь, можно молотом потушить, да? Хорошо. Да чё он? Чё-то нифига он был там не тушит. А, нет, под... Ну, стоп. Кто же три не тушит, я не пойму. А, я понял. Один удар попал по дух, а второй удар... Да, блин, интересно, как я это буду тушить на скорость, когда мне еще демона ранят? Да я понял, что нужно сначала демона убить, потому что они мне будут мешать. Да тут, блин, костры еще потушить, на самом деле, это тут проблема. Так, ладно, выйди. Почему было вот, в нормальной игре, ну, кроме тех уровней, которые на болотах, где там нужно было очень аккуратно ходить, вот делать на финал такую фигню, короче, серьезно. Ладно, на концепцию понял. Сначала убиваешь демонов, потом тушишь, короче, эту ерунду. Я думал, что по-быстрому нужно, ну, потушить, а потом спокойно демона убивать, чтобы они не успели сгореть. Тут, видимо, концепция другая. Ладно. А, стан, Фир, я что-то не понял, за стан, это ты что имеешь в виду, стан? Чё это вообще такое? Это ты имеешь в виду дома? Ну, не финал, конечно, но до финала тут не так уж и много всего, не считая этого, три уровня. Тем более этот уровень-то я его прошел, в принципе, только что не на 100%, а так-то я его прошел. Ну, хочется игру уже пройти на 100 раз, я все собираю. Оглушение, а я не помню, на самом деле, оглушение есть тут или нету. По-моему, нету. Да блин! Они еще на кнопку на эту бегут, короче. Да я знаю, что если соберу все кнопки, концовка будет отличаться. Может, правда мне какой-то их магией, конечно, долбануть. Может, не знаю, молнией долбануть там или чем-то еще. Тем, что на расстоянии их завалят. Я так чувствую, что я сейчас простежу до 8 часов, и нифига даже один уровень не пройду. Ну, на
на самом деле от меня не требовали проходить ее на 100%, поэтому если я здесь буду долго фейлить, то я пошлю этот уровень и пройду не на 100%. Да блин, ну давайте жрите, время на кону. Ой, все, не видел, как курицы разбежались. Ну вот тут. Вот. Сейчас я на минутку. Блин, да, они... Я понял, они бегут, короче, туда. Да нужно их быстрее... Сейчас я опять... Концочки, да, авторы сборки. Освободишь людей, беги за ними. Тут бы убить демонов бы, чтобы людей освободить, чтобы они были целые. В этом проблема. Может, не вообще, правда, демонов сверху расстрелять с лука? Может, они не будут бежать на них, покуда я вниз не спущусь? Что-то я об этом не думал. Хотя тогда ж люди будут гореть. Ну, я понял, вот эти три человека хотят... А, так люди, походу, не могут сгореть. Они как бы подвешены, они будут там все время сидеть. Но они сразу побегут, как я спрыгну, или сразу побегут, как только мост опустится. Просто можно попытаться их сверху, может, забить, я не знаю. Кстати, может, я не то делаю, может, их просто, короче, пожечь. Вроде они неплохо жглись у меня. Блин, вот я болван, короче, я забыл. Ну, нужно же было потушить костры, блин. Ну, кстати...
Блин, забыл. Вроде, да, вот, короче, он как бы дракончиком, он то ли чуть быстрее бегает дракончиком, то ли просто... Даже не в том дело, что бегает, а оружие сразу, ну, как бы стреляет на бегу вперед. Не нужно останавливаться и бить. Да, вот этим сейчас я попробую, конечно, дракончиком их завалить. Да, только нужно не забыть, что нужно как костыш потушить. И что-то, кстати, у меня только два что-то померло. Где-то там третий еще тусуется. Ну, поджарил случайно людей. Видимо, они такие уже думали, сейчас я уже, не знаю, побил демонов, сейчас их спасать буду. Тут еще раз, короче, и на костер. А чего они хотели от рыцаря скелета? Да блин, куда ты? Не-не-не-не-не, вот сюда, родная, вот сюда, да. Чего вы там клюете вот на полу, не понимаю? Ладно, зерно, конечно, те, которые просто стоят еще и землю долго. Так, теперь ставим сразу вот эту фиговину. Ладно, раз получилось, рано или поздно теперь получится. Добежала эта сволочь все-таки. Нужно все-таки было посильнее ее поджарить. Кстати, куриным пастухом. У меня же есть спецоружие, которое я получил, короче, от ведьм. Когда кидаешь куриную ножку, а враги ее как бы жрут и не бегут, короче, на этих. Может, ее применить? Ну, то есть, прикол в том, кидаешь куриную ножку, враги на нее агрятся и не бегут, ну, как бы, и получается, и превращаются потом в курицу. Интересно, она сработает на этих врагов или нет? Может, как раз ради этого случая я ее и берег всю игру? Сейчас попробую. Не получится, так не получится. Если сейчас куриная ножка не выйдет, тогда уже буду с этим, со скелетом общаться, точнее, с костюмом дракона. Блин, я тупанул, короче, не нужно было самому вниз прыгать. Сейчас еще раз попробую то же самое сделать. Первый там как раз развернулся, где он побежал. Нужно, короче, вот... Да забывай себе, что когда играешь через донал, нужно чуть-чуть его нажимать, короче. Не-не-не, ну жарить то само собой. Ну, сейчас я попробую вот эту. Просто я упал вниз и стал курицу кидать, а я пытаюсь вот не падая вниз. Я хотел сверху стоять и кидать эту курицу. Если не получится, ну буду дожарить их, конечно, все, что пытается.
я хоть рад разрабам, что они это место поставили в самом начале. То есть, если ты проходишь, как бы, то уже, в принципе, ты понимаешь, что это место прошел. А не ставили ставить его в самый конец игры. Так, стоп, вот. Вот они пока еще не бегут. Вот кидаем курицу. Вот. И вот. А, блин, не туда. Да блин, кинь сюда ее, родной мой. А, ладно, я одного и так завалю. Так. Где курицу взять, если что, я помню, она находится. Нужно пройти дополнительный уровень с ведьмой, и там будет не курица. Так, теперь ставим молоток. Да. Да ну блин, ну. Уже так лучше. Да, ну он же потух, ну что такое, он же потух. Во. Согласитесь, что с курицей попроще. Все-таки согласитесь, что курица рулит. Ладно, у меня еще осталось целых 26 куриц, поэтому я не буду возвращаться. Но я знаю, где курица. Там нужно уровень с муравьями пройти еще раз, и мне дадут курицу. То есть это гораздо проще. Так, нужно наверх вернуться, убить этого. Хотя можно идти. Блин, 50 минут уже сижу на этом уровне. Но все-таки все равно, блин. Не знаю, может кто-то будет играть, короче, тоже будет тут курицу использовать. Кстати, этот ответ, зачем мне курица нужна? Вот для этого, по сути, она мне не нужна, чтобы вот здесь ее так использовать. Так, кстати, а там... Ой, я забыл за крестьяна сбежать за ними. Да ладно, что они мне там дали бы? Все равно по ним не дали ничего такого интересного. Технику мы дали, скорее всего. Или переигрывать ты предлагаешь мне обратно за ними бежать. Честно говоря, я вообще забыл, что за ними нужно бежать. Thank you for rescuing us, kind sir. Forgive us, master. We have no pig to reward you, but we'd be honored if you'd accept these shiny gold-colored stones as a token of our thanks. Нехилые такие крестьяне, на самом деле. Да мне золото, в принципе, не нужно, у меня и так уже хватает в этой игре. У каждого по сундучку, при этом они его завязанными руками не достали. Они еще и какие-то, не знаю, акробаты, мутанты какие-то. Как они вообще его откопали, этот сундук, завязанными руками? Причем самое интересное, что они первым делом не стали себе руки развязывать, они первым делом стали золото мне откопать. За это я их уважаю. Но все-таки крестьяне непростые. Возвращаться.
щит. Так. Так, 62%. В прошлый раз мне не хватило процентов 5, по-моему. Что будет в этот раз, не знает никто. Даже я сам. Как это было? Привет, апдейт. Блин, Фриз, ты думаешь, я помню, что мне там ПБС стоит? Серьезно? Ой, что-то... Блин, ты меня отвлек? Пойду сейчас... съем эту бутылочку. Меч, я не знаю, ну какой-то меч за... А какой меч у меня? Как он называется? Волшебный меч. Да, вот так и называется. Волшебный меч. Я, может, кодирование, может, забыл поменять. Я себе этот варифас ставил, короче, на одну... Нет, я точнее ультрафас ставил, но когда на PS2 играю, иначе протяга не вытягивает. Но, по-моему, я потом поменял обратно на вари, который... Блин, Фриз, я не знаю, серьезно, я посмотрю... Да, блин! Какой у меня там профиль, я вообще не в курсе. Так, 75. 85, отлично. В прошлый раз было меньше. Заметьте, в прошлый раз было... Так, блин, меньше. Интересно. Я вроде делал... наверное, у меня сняли очки за то, что у меня 3 человека погибло, а с меня там часть очков сняли. Корона есть. Так. Сейчас я еще раз пройдусь на всякий случай по всем этим местам. Вдруг какой-то демон появится. Вот иногда, когда делаешь действие в одной локации, то... Аккуратно, оно как бы отзывается действиями в другой локации. Может... Нет, видимо, не появится на никто. Так, еще с по локации это пробежусь. Что? Блин, целый час, но я, наверное, самая длинная, которая у меня локация будет. Ну, просто из-за этих куриц, блин. Нужно было сразу эту ножку куриную использовать, что-то я до этого не допер. Ну, как оказалось, все-таки... А знаете что, мне кажется, можно было бы их сверху просто расстрелять, раз они... Хотя нет, вот, вроде как ножка, это считается, что я атакую их кидаю, или нет. Все-таки они сами на нее набегали. Так, стоп. Огонь ушел. Так, смотрим, тут врагов нет. Сейчас я еще к чаше сбегаю, на всякий случай, может, там все-таки враг появится. Ну, там точно враг должен появиться, но это аж когда время пойдет. Это откуда я выйду потом. Так, а ну-ка мне сразу считать. Вот так я буду бежать, 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 бежать. Так, сюда. Да я хочу проверить, может где-то все-таки враги появились дополнительно, так я бы их убил бы сразу. Нет, нету, понятно.
Все, оставшиеся проценты дадут только когда я убью, короче, этого главного злодея. Ну, не убью, когда корону верну. Все, пошел туда корону возвращать. Корона у меня есть. Жизни тоже есть. Ладно, глянем, что с этого в итоге получится. Я сейчас вот сейчас корона не срабатывает, вот серьезно, вот нужно вообще как-то стать вот непонятно вообще по странному, ну, вроде я в троне, она не срабатывает. Так, все, я знаю, что ты, да, мы с тобой уже говорили. Да, давай быстрее. Даже мисс! Блин, капец, я целую жизнь потерял из-за этого дурака, блин. Ну, вот я не могу зайти, вот покуда он говорит. Ну давайте! Все, чашу теперь могу взять. Отлично. Все, мне на вас. До этого. Ой, блин! Ой, я сейчас тупанул по-жесткому. Я тогда не, именно из-за людей мне, наверное, не давали эти последние проценты. Так, ладно, время еще есть пока. Беги, беги, беги. Скелетон. Так, тут берем эту. Так, стоп. Я не понял, это... А где выход? Блин, капец, а что-то нужно еще для выхода сделать нужно? А я не понимаю, что мне нужно для выхода сделать. А, в катапульту прыгнуть. Блин, ну я же по ней пробежался, короче. Вот тут, видимо, какой-то миллиметражи нужно делать. Это как с этим, как с креслом ихнего короля. Ну что я стоял прям возле трона, короче, жал кнопку, не срабатывало. Отошел там буквально на миллиметр налево, короче, оно сработало. Ладно. Ну я, в принципе, я так и думал, что на катапульте. Но я вроде по ней пробежался, короче, ничего не помогло. Да-да, самому катапульту. Ну, я же еще раз скажу, что я вначале по катапульте пробежался, короче, ничего не случилось. Тут просто нужно стоять именно в каких-то пикселях. Это как когда я отдавал, короче, эту корону королю. Что я вроде зашел в трон, нет ничего. Право, влево тоже ничего. Стал какой-то пиксель, короче, корона отдалась. Так, ладно, что ты нам сейчас делаешь? О,
Ух ты. Блин, конечно, это фигня. Лучше бы она мне дала целую банку, конечно. Но с другой стороны, из-за того, что 5 она дала фляги с водой, мне не нужно идти и перепроходить первый уровень. Так, сколько у меня еще осталось? Полчасика? Ну, игру я точно не успею пройти, потому что из-за этих куриц у меня... Ну, не куриц, а из этих людей, из которых нужно было спасать. Я потерял целый час. Получается, ну, блин, час 06 уровень проходил. Ладно. Может, еще один какой-то успею пройти. Ненадолго. До 8 часов. Достаточно долго, в принципе, 2 часа. 8 часов у нас уже другое. Я, может, после, на самом деле, попробую. А, нет, сегодня Шурфин будет сидеть. Да, ему нужно доигрывать свои. Ну ладно, глянем. Успею я пройти этот корабль призрак или не успею? Да, заставочка классная. Ну, а, можно было все равно на этой, конечно, если у вас есть эта возможность запихать в CD, почему бы и нет. О, прям реально на корабле играем? О, я уже вижу эти прыжки, да, я теперь понимаю, почему мне сказали, что прошлый уровень это фигня по сравнению с кораблем, понятно. А это, походу, босс местный. Капитан Крюк. Captain, I thought you ought to know we have a stowaway on board. I've told the men to scour the decks for him. Good! I want that scurvy dog dangling from yon yardarm by his bowels! Is that really necessary? Couldn't we just give him a good tongue-lashing and drop him off at the next port? Look! There's not a man-jack on this ship who wouldn't keelhaul his own grandmother for the silver in her hair! There'll be no tongue-lashing! Bring the landlubber to me and I'll tear him a new orifice! Так. Ну, это понятно, это первая часть, это ясно, но все будет легко, короче. Основная проблема будет идет. А, это даже не прыжки, походу, это он даже будет пробегать как-то, ладно. Сначала взять руку. Вообще, что я бью мечом, если я должен вот так вот делать? А, они еще и восстают, блин. А ну-ка, если вас этим огоньком поджарить, вы тоже восстанете? Огонька-то они как раз и боятся. Только, блин, я потерял много на этом. Ой, да что там мало быть написано? Скорее всего, написано то, что они огнем валятся в этих книжках. Что там могло быть написано? Большая часть экипажа под контролем кучи командующих без надзора. Они похожи на безголовых куриц. Какая разница? Все равно мне их убивать нужно.
Ну тут понятно, что типа они как бы советуют тебе убить сначала командира, это понятно. Тут не такая система, как я думал. Нет, мне нужно переначать, если я его потерял. Ну, вообще-то, в фристайле написано на день R, а не на день S. Видимо, я не так понял, короче. Тут нужно это не пожарить их огнем, а просто убить командира, и тогда они все помрут. Щутка черная. Ну, у нас щутка не очень хорошая. Хотя никто не знает, сколько ему осталось. Привет, Кент. Так. Ну да-да-да, я это все видел, давайте быстрее. Блин, ну мне этот корабль уже не нравится. Вот эти вот прыжки, как вот тут просто в этой игре прыжки кривые. На самом деле они кривые почти во всех этих ранних 3D игр. Ну, опять же скажу, почти. Не во всех, конечно же. Да-да-да-да, я знаю, что ты мне скажешь. Ну, если она, наверное, не успеет, тут осталось. Так, вы мне не нужны, вот мне нужен ваш начальник ваш. Вот и все. Хотя, конечно, вот и все, но бутылочку-то у меня сняли. Отлично. Так, а зачем, собственно, я сюда пришел? Туда что такое? А, наверное, просто что-то дать так, что ты мне предложишь. Там мне и так все на максимум. Там мне это покупать-то нечего, я и так все, кто-то выходил, а сразу скуплял. Так, а вот этот, вот эти почему живые товарищи? Там мне не нравится, просто мне за них проценты, возможно, не засчитали. Так. А ну-ка, как это все нужно пройти? Так, сначала бежим туда. Открывается здесь. Вот сейчас я вот бегу, вот я тут нахожусь, я тут нахожусь. Вроде я понял, так, ладно, ждем. Так. А! То есть с меня все-таки не жизнь забирает. Ладно, это радует. Ладно, тогда создатели игры, вы не совсем не хорошие ребята, я даже сказал, вы хорошие ребята. А, так я даже прошел это место, не проходя его, а вообще отлично. Тогда корабль не такой уж и плохой, как мне показалось. Так, возьмем сейчас себе зеленухи. Thank you.
Так, начальника валим сразу. А, готово, уже 50% от... Блин, ах ты гад. Начальник помер, давай тоже отправляйся в этот... Куда там... Я не знаю, куда скелет отправляется после смерти? Они же уже мертвые. О, не скажи, переиздание отличается. Во-первых, переиздание уровней меньше. И во-вторых, там сложность другая. Вообще, переиздание, по факту, это не переиздание, это как другая игра, которая вот она... Там очень много отличий. Я, на самом деле, потом, возможно, эти переиздания тоже поиграю. Пока мне главное вот эту первую часть пройти. Переиздание для PSP, но там другую, там очень, это очень много изменено. Поэтому переиздание когда-нибудь возможно будет. Блин, а как этих убивать, если у них начальника нету? А, они и так погибают, все. Понятно, те, которые без начальника, погибают сами. Ну чё, неужели так трудно догадаться, что за деньяр? Может, все-таки написать полную фразу? Так, стоп, что-то я не понял, а где выход? День рафа. Блин, это не день разбогатения и не день рафа. Блин, я думал, это как бы всем сразу станет понятно. Ну ладно, если всем непонятно, то я допишу. Блин, что-то я не понял, а где здесь выход? Я думал... Стоп, если я упал сверху вот сюда вот. А, вот ладно, вот это, наверное, тут дверь. Нет, двери нету. А, вот! И что-то я не заметил. Ну да! Конечно же, Лего, правильно. Что же это еще может быть за день Рафа? Неужели кто-то правда подумал, что это день Рафа? Я не знаю. Может, уже правительство мой день объявило? Ай, блин, тут все-таки придется прыгать, да? Блин, и нельзя никак камеру по-нормальному пропустить. Блин, я нифига не могу понять, короче. Я прыгал, то он какой-то в стену упирается, то... Вот серьезно, я себя не вижу, понимаете? Я вижу половину своего игрока, короче. Как я могу нормально прыгнуть, если я вижу себе половину? Нельзя прыгать, когда ты видишь половину. Так,